Здравствуйте, вы на стенде компании «Мониторинг Вентиль и Фитинг». Мы здесь представляем собственную продукцию и продукцию наших поставщиков, ведущих мировых производителей криогенного и газового оборудования. В этом году с нами работают три крупные компании. Американская компания Worthington Industries – это производство газовых баллонов высокого давления криогенного оборудования. Компания ACD, тоже американская, производство криогенных, центробежных и поршневых насосов. А также компания REGO, тоже американская, производство криогенной арматуры. Мы участвуем в этой выставке уже не один год, думаю, что больше 10 лет, ежегодно. Ежегодно стоим в одном и том же месте, в павильоне 2, в его в самом конце, недалеко от зоны проведения конференции. Это достаточно хорошо, удобно. В этом году выставка очень живая, хорошая. У нас вчера и позавчера было много посетителей крупных газовых компаний. Все заинтересованы в нашей продукции. Если в целом немножечко охарактеризовать ситуацию на нашем рынке, она сейчас сильно меняется в сторону изготовления российского оборудования. Мы в последние годы стали изготавливать все больше и больше оригинального оборудования. Мы производим атмосферные испарители высокого давления, среднего давления. В этом году мы справились с задачей изготовления электрических нагревателей во взрывозащищенном исполнении. Эту продукцию сертифицировали по техническим регламентам, в том числе по взрывозащите 12, регламент 12. С нашими поставщиками мы стараемся развивать бизнес таким образом, чтобы это было, чтобы отвечать требованиям рынка. Большой ассортимент оборудования мы стараемся собирать здесь на месте, в России. То есть мы делаем насосный агрегат, например, используем при этом лучшие комплектующие лучших мировых образцов. Ну вот, например, вот такой насос. Криогенную арматуру и многие важные компоненты делаем сами. Сами делаем систему управления. Вот такая интеграция с ведущими мировыми образцами, ведущими мировыми производителями криогенного газового оборудования позволяет отвечать ожиданиям рынка. То есть мы не в ущерб качеству производим конечный продукт, он становится уже конечным продуктом российского производства со всеми необходимыми эксплуатационными документами и сертификатами в соответствии с техническими регламентами, с одной стороны. С другой стороны, он отвечает всем мировым требованиям по качеству и ожиданиям ведущих газовых компаний. Надеемся, что сегодняшний день, последний, заключительный, хотя бы в первой его половине дня, тоже будет живым, насыщенным. Организаторам выставки спасибо за хорошую работу. Будем встречаться в будущем году.